ты всему меня учишь? О, Пучило. Я опытный детский психолог. Ну уже помиритесь. На работе большие проблемы. Новые хозяева лишили нас всего. Всех наших накоплений. Пойду напьюсь. Так, что мы про них знаем? Компания Lexan, владелец Винсент Кругер. Живет в Париже. Как твой французский? Но. Но. Нам две комнаты. Мы в разводе. Понимаю, отпуск в Париже, чтобы проверить свои чувства. Теплится ли огонек? Нет, почему бы и нет? Огонек не горит. Погас. О, нет. Свалил огонек. Что на тебя нашло? Париж, мы вместе. Нас с тобой обокрали. Ну, это повод. Угадай, кто женится. Взгляни на ее шею. Это наша пенсия. Украсть бриллиант? Он не вернет нам деньги. И что, станем грабителями Бонни и Клайдом? Придется. Всегда рада вам помочь. Какие планы? Похищение? Сорвать свадьбу? Украсть бриллиант? Я пришла развлекаться. Мы в деле. А зачем пистолет? Пушка у тебя? Нет, это слишком опасно. Но я взяла сэндвичи. Кто-нибудь хочет? Поехали. Говори, где мой бриллиант? Влюбиться легко. Гораздо сложнее, чтобы он нравился. Свадьба – это как экзамен по вождению. Сначала его сдаешь, а потом уже ты учишься ездить. Если научилась так ездить, я держусь. Пирс Броснан. Ты такой милый эти дни. Эмма Томпсон. А он красавчик. Да, к сожалению. Как украсть бриллиант? Ой, oh, е! Yeah.